Мы мамы, для нас стали в школе любимы. То строго, то добро, порою ранимы. Вы нас защищали от всяких проблем, чтоб лучше учились, твердили нам всем. Под крылышко взяли веселый наш класс. Спасибо за то, что любили вы нас. Дорогая Лариса Ивановна, сегодня вы выпускаете нас во взрослую жизнь. Закончилась наша учеба в школе, но нам еще многое предстоит узнать. Мы хотим поблагодарить вас за бесценные знания и опыт, которые вы нам дали. А еще мы не раз будем вспоминать вашу доброту, понимание и любовь. Мы подготовили для вас неожиданный подарок. Это книга рекордов нашего класса. Давайте же посмотрим, какие достижения мы получили с вами за эти два незабываемых года. За эти годы вместе с вами мы прочитали бесчисленное количество книг, написали множество сочинений и повторили все правила русского языка. Мы достигли многого, а вы помогали нам расти и вдохновляли на новые победы. Вы можете нами гордиться, только посмотрите на результаты Олимпиад. Лариса Ивановна, спасибо за то, что дарили нам мотивацию и учили не останавливаться на достигнутом. Вы вложили в нас душу и сердце, а теперь мы готовы совершать только хорошие поступки. Вместе с вами мы прошли через огонь и воду. Естественно, во втором случае я говорю о сочинениях, а экскурсии и поездки с вами были просто огненными. Как жаль, что нельзя вернуться в прошлое. Мы бы с удовольствием их повторили. Неожиданный слайд, верно? Но она все-таки книга рекордов. А Максим – истинный чемпион. Только посмотрите, разница высока. Да, мальчики у нас и правда замечательные. Только вспомните, какой подарок они нам подготовили на 8 марта. Эту книгу мы дарим вам, Лариса Ивановна. Перелистываешь ее, и столько воспоминаний проносится, будто все это было вчера. Грустно, конечно, расставаться, но наступит сентябрь, придут новые ученики. Мы им немного завидуем и хотим сказать вам спасибо за все. С любовью, ваш 11А. Дорогая Лариса Ивановна, мы приглашаем вас на сцену. Дорогая наша Ольга Анатольевна, покидая стены школы, хотим выразить вам глубокую благодарность за крепкие полученные знания, за ваши мудрые советы и за вашу заботу. На протяжении этих лет вы вдохновляли нас, учили отстаивать свое мнение и быть яркими личностями. Именно благодаря вам школа стала нам вторым домом, а класс – настоящей семьей. Желаем вам талантливых учеников, здоровья, творческого подъема, вдохновения и счастья. Спасибо за бесценный труд, за прекрасные школьные годы, о которых мы никогда не забудем. Дорогой классный руководитель, пришло время прощаться, и совсем скоро прозвенит последний звонок. Но мы вас никогда не забудем. Дорогая Ольга Анатольевна, мы вас любим, ценим, глубоко уважаем, и поэтому приглашаем сюда к нам на сцену. Thank you.
Воспитывали нас, сколько сделали для всех. Не перечислим каждый день, каждый час будем вас поменять, когда мы снова любим. От вас уйдем от всей души, мы спасибо хотим, мы сказать и обещаем, что вас не победим.
хотим выразить слова благодарности за то, что вы были с нами эти два года. Вы нас научили действительно математике. Мы страдали. Потратили нервы, и мы хотим вам сказать большое спасибо.